проводится как конкурс эпистолярный, назначен ежегодно. Сейчас проводится конкурс почта поэтическая, почта эстетическая. В день, Международный день защиты детей, была организована эта выставка совместно с общественной организацией «Максирам». Конкурс рисунка на асфальте. Скажите, пожалуйста, какие детки участвуют в конкурсе? Откуда они? Приглашены дети. Городские дети, все дети приглашены. Было объявление у нас в газетах, в Фейсбуке. Приглашены дети 121-й школы. К этому дню во всех районных центрах и крупных почтовых отделениях будут проходить выставки хендмейда. На этих выставках будут представлены работы, сделанные своими руками работников почты. Все вырученные средства будут направлены в детские дома. Спасибо. Ой, поощрительный приз при зрительских симпатий. Как зовут? Алиса получает Алиса. Ну, конечно, мы не можем, чтобы кто-то от нас ушел без подарка, поэтому кто сегодня призового места не занял, но тем не менее замечательно нарисовал, подходите все сюда за подарками. За участие. Все, спасибо. Пропала собака. Пропала собака. По кличке дружок.